На самом деле министр Колокольцев, когда его назначали, он озвучивал несколько другую цифру, она больше. Он сказал, что в местах лишения свободы у нас более 1 000 000 человек. Может быть, в результате амнистии их стало поменьше, вот. Но я думаю, что на самом деле цифра где-то вокруг 1 000 000, она, конечно, вертится. Вот. На самом деле, во-первых, Европейский Союз не может диктовать России, менять ей конституции, не менять, это дело нашего внутреннего суверенитета, мы как-нибудь сами решим. Во-вторых, что касается, если уж о Евросоюзе заговорили, что касается европейского опыта, то в разных европейских странах по-разному. Где-то заключенные обладают избирательным правом, где-то не обладают. Но если уж мы говорим о России как о демократическом государстве, естественно, лишение заключенных избирательных прав – это мера дискриминационная. Потому что гражданин, совершивший правонарушение, он все-таки гражданин. И наш парламент уже принял ряд дискриминационных мер, лишив, например, избирательного права, пассивного избирательного права, например, избираться, да, людей, осужденных по тяжким и особо тяжким статьям. Это, в общем-то, уже незаконно. Вот. На самом деле закон у нас нарушается даже в таких основополагающих вещах. Вот, например, известный факт, что Сергею Удальцову, который находится под следствием сейчас по болотному делу, было отказано фактически Следственным комитетом, не избиркомом, там, не еще каким-то органом. Следственным комитетом было отказано в праве выдвижения на пост мэра. Вот, это явное нарушение закона, потому что у нас выдвигаться кандидатами имеют право не только подследственные, но и осужденные уже. Вот, фактически это вытерли ноги, что называется, и об Конституцию, и об избирательное законодательство, вот, и права избирательные гражданина. Вот, поэтому, естественно, совершенствование законодательства нужно, но, во-первых, не по совету, значит, внешних сторон. Вот, во-вторых, для начала хорошо бы добиться исполнения уже существующего законодательства, а потом же его уже кроить, усовершенствовать и так далее.